мало кто из нас в летнюю погоду, теплые дни откажется от отдыха у воды. Зачастую приезжают на природу не только с мячом, надувным кругом, едой, но и с бутылочкой спиртного. Сводки новостей каждый день сообщают об очередных жертвах. Чаще всего в холодненькой тонут люди, принявшие на грудь. Именно таким отдыхающим МЧС Беларуси посвятила новую социальную рекламу с налетом черного юмора. В ней все как в жизни. Отдыхаем! Лето, вода, компания, водочка. А пойду-ка я искупнусь. И тут неожиданное продолжение сюжета. Вечная память нетрезвым купальщикам. Название более чем говорящее. Думаем, что протрезвел наш герой после увиденного быстро. Мы с детства знаем истину. Вода и спиртное – понятия несовместимые. Но, как в басне Крылова, ВОЗ и ныне там. Надлежащих выводов все равно не делаем. Именно на таких людей нацелен наш ролик. Мы видим, что его активно ретвитят, фейворитят, добавляют в избранные себе на стены ВКонтакте и так далее. Это замечательно, но при этом мы верим, что вот кроме этого действия, кроме того, что им это весело и забавно, они еще запомнят и поймут, что нельзя ни в коем случае, даже слегка выпившим, заходить в воду. Соблюдение элементарных правил поведения на воде, будь то купание, рыбалка, прогулка на лодках, обезопасит вас от гибели. Первый совет, самый главный, ни в коем случае не употреблять алкоголь на отдыхе. Второй совет – обязательно купаться нужно только в специально отведенных местах. Третий совет – это обязательно ни на секунду не выпускать из поля своего зрения детей, если вы приехали с детьми на отдых. Необычный ролик набрал более 1 000 000 просмотров в интернете. Возможно, с помощью черного юмора люди задумаются о своей безопасности. Катерина Береснева, Даниил Конопелько, «Комсомольская правда», Минск.